Старая добрая Шаболовка, где раньше снимали тихие детские и образовательные передачи, в 92-м перенесла настоящий панк-концерт. Программа «А» снимала автоматических удовлетворителей. Алексей, что такое панк? Степ, ну вот представь себе, ты сидишь, вот скажем, ну вот на этой скамейке с гитарой и поешь «В лесу родилась елочка». Но вот если вместо скамейки под тобой будет раскаленная сковородка, я думаю, что из этой песенки «В лесу родилась елочка» будет самый настоящий панк. То есть панк – это такая вещь, которая возникает только в ситуации, когда человек сидит в жизни на раскаленной сковородке. То есть можно начинать. То же самое. Странно. Быстрее мухи, магазин универсал, ничего не надо, ну что-то только план, мне ничего не надо, лишь только дельта. We'll be right back.
что вас связывает с Андреем Пановым? Ну, прежде всего, встречи, конечно, Степ. Тогда, конечно, Панов не мог рассчитывать ни на какие широкие концерты, выступления. Он приезжал два раза в мое рок-кабаре, оно было тогда подпольным в те времена. И первый раз он не пел, он слушал, как у меня в кабаре пел Саша Башлачев. И он мне сразу понравился тем, что... Вот я знал, да, о нем уже, что это очень яркий, интересный сочинитель и исполнитель. И я же ожидал, что он обязательно полезет выступать. Это так свойственно талантливым людям, тут же на аудитории все показать. Нет, он очень скромно сел в уголочке. Я ему заварил крепкий чай, и он слушал Сашу Башлачева, совершенно не подавая никакого вида, что он сам гений. We'll be right back.
сказать. Зачем на перекрестке? Зачем на перекрестке? Зачем на перекрестке? А там друзья сидят, весело стаканами стучат. День рождения всем. Но не просто просто, но не просто просто, но не просто просто. Андрей Панов, его кличка была «Свинья», даже в этой кличке уже была заложена революционность. Андрей Панов через язык города, через язык реальной улицы, через язык реальной жизни молодежи учил всех, и меня в том числе, конечно, учил жить по правде, учил думать по правде, говорить по правде, сочинять по правде и жить следовательно по правде. Он, кстати, и жил всегда очень правдиво. Он не умел жить двойной жизнью, он не умел в поступках быть двойным. Поэтому жил тяжело, но, по-моему, очень чисто, как и положено настоящему большому поэту. Вообще, это блестящий художник русского слова. Он был единственным таким панком. Панком? Для меня он вообще первый и последний панк в стране. Не нужен я, не нужен ты.
познакомились с Андреем Пановым? С Андреем Пановым? Ну, так получилось, что у него были проблемы с тем, чтобы мастер из студии взять. Нужны были определенные деньги. Вот он нам позвонил. Вот, я приехал, чтобы на белорусской, как бы отдать ему эти деньги, чтобы просто помочь товарищу. Хотя я его абсолютно не знал. Это как бы Олеся была его другом. Олеся Троянская. Вот, как бы она говорит, Андрею обязательно нужно помочь. Вот, приезжаю, встречает меня два лысых кента. Один Чернов, его гитарист, другой Андрей Панов. Хороший был, как друг. Хороший. Ну, как тебе сказать, понимаешь, с одной стороны, это был редкий раздолбай вообще. И если ты с ним связываешься, то как бы неприятности шли косяком. Вот, типа, например, когда мы его записывали, каждый на нашем там обратном пути, ну, на пути туда-то еще это было утром, ладно, а на обратном пути каждый милиционер был наш. Вот. Но тем не менее, это как бы вот, если ты с ним не хочешь связываться, не связывайся. Но если связался, то вот, ну, будь добр, это расхлебывай. Но при этом, как бы он по-человечески очень много за это отдавал. Это длится 6 недель, и мне не хочется.
даже нет. Рано утром мы встретились, Слим был, конечно, с похмелья, мы тут же начали выпивать втроем. И даже вот расшифровывая этот разговор, по-моему, расшифровку делал Сашка Старцев, довольно невнятная получилась расшифровка, непонятно, где мы начали, где закончили. Ну, в общем, он как-то вычленял себя, Слим, из российского панк-рока. Он говорит, настоящий российский панк-рок – это гражданская оборона. Полное антиподство мне. Так мне и надо, заявляет Свин. Мы его спрашиваем, а в чем противопоставление? И вот, что довольно-таки существенно, потому что это из уст самого Свина исходит такая самая характеристика. Я веселящий, мягкий, добрый клоун. А вот Летов – именно такой панк, борец, все круши. Вот так и должно быть. La la la.
культурным панком. Или нужно обязательно пить, носить рваные джинсы? Ну, прежде всего, ты мне вот скажи, пожалуйста, а что? Культура – это только тогда, когда джинсы не рваные и когда человек не пьет? Ведь дело в том, что культура – это не какие-то внешние, да, только, точнее, не только внешние какие-то качества. Это скорее все-таки уровень этического развития человека. Это его отношение к добру и злу. Это умение жить на стороне добра и не сдаваться злу. Значит, поем. Давно я не
Вопросом на вопрос отвечу. Как ты думаешь, достаточно сегодня молодых людей живет так, как будто сидит на раскаленной сковородке? Я думаю, хватает? Да. Хватает? Я думаю, да. Ну, значит, я думаю, что это прекрасные условия для продолжения существования панка в нашей жизни. Я думаю, что миллионы молодых с нами с тобой согласятся. Эта шаболовская съемка оказалась лучшей, а практически единственной полноценной концертной записью Андрея Панова, который умер в Санкт-Петербурге в августе 1998 года от перитонита.